Компания «Механизмы». Надежный производитель и поставщик оборудования с 1995 года. Дозатор весовой серии WA, обзор на производстве. Дозатор весовой WV500, как он выглядит? Бункер загрузки, ниже блок управления, и вот сброс происходит здесь. Есть датчик, подносишь пакет, он срабатывает и сбрасывает продукт. Есть еще штекер от 500 машины, идет уже педаль в комплектации. Так, это бункер загрузки. Вот. И там вот видно вибро-лоток. Дальше это все попадает на тензодатчик. Так, по блоку управления. Первое, здесь выставляется вес, можно поднимать, можно убавлять, убавляем до 10 граммов. Здесь, когда взвешивается продукт, тоже должно появиться 10 граммов. Здесь количество доз взвешенных и сброшенных. Соответственно, вес вниз либо увеличиваем, либо очищаем. Соответственно, вторая — это быстро, медленно и средне и медленно. Это уже работа вибролотка. Есть старт, есть сброс, есть стоп. Так это все работает. Компания «Механизмы». Машиностроительный завод «ЛАК». Обеспечиваем производство оборудованием с 1995 года.